Сабер вчера бороду разводил знатно, а Lucky Fish что-то не разводит совсем механика. Аська говорит, да. Уже прочитал, спасибо, Миш. А как думаешь, как сразу про игроки перейдут на ходс? Я вот думаю, что не сразу будет говорить о небалансе. Наоборот, они перейдут еще абсолютно как можно раньше. Вы поймите, что профессиональные игроки, они за редкими исключениями, как правило, если действительно профессиональные игроки, они о балансе говорят немного. Ну, по крайней мере, публично этого не делают. Они прекрасно знают, что чем раньше они начнут играть с новыми юнитами, чем раньше они попробуют, тем больше у них будет плюсов по сравнению с другими профессиональными игроками и по сравнению со всеми остальными. Поэтому, учитывая постоянную конкуренцию на про-уровне, как только будет какая-либо игреабельная версия с новыми юнитами, они начнут с ними знакомиться, будут тестить, привыкать, формировать стратегии. То есть тут очень важно, кто первым начнет. Поэтому никаких вот этих вот отмазок по поводу баланса, что типа мы подождем, мы не будем, не будет. Тут слишком высокая конкуренция, чем чтобы позволять себе разглагольствование о балансе. Баберди просит прекратить заранее говорить, что будет типа роуч убивает одного, второго, третьего. На самом деле никого не убили. Со стороны не очень как-то смотрится. Окей. Есть ли возможность запустить пиринг? Нет, к сожалению, нет возможности. Увы. Переезд. Чат, который, кстати, на котором вы сидите, уже работает на другом месте. Оставляйте комментарии внутри новости под названием Кубок Kingston SSD. В чате довольно сложно мониторить новые комменты. Мы ждем приглашения в следующую игру. Это будет Live Zerg против Aristeo. Кстати, я хочу Абверу предложить прокомментировать, потому что вроде он Зерг и вроде он свободен. Привет. Еще комментарии. Стрэндж будет в самом конце. Сашкин спрашивает, как можно связаться. Майкер@goodgame.ru. Все письма без исключения читаю. Не всегда на все отвечаю, но... Так, секунду, сек. Сейчас я узнаю, может, Аверс реагирует. Да, можно, говорит он. Да, еще хочу призвать посмотреть записи конкурса комментаторов по Доте. Второй, там есть 4 номинанта у нас. Все в разделе видео и слева голосование. Если слушаете, проголосуйте. Если не слушали, то послушайте, пожалуйста. И выберем вместе комментатора по Доте. Дота. По Доте 2, имеется в виду. Звоним Аберу. Здорово, что он хлопанет на респе. Ой-ой-ой, какой ты громкий. Привет! Привет, как дела? Рад тебя слышать. Я думаю, что, судя по голосу, у меня дела лучше, чем у тебя. Да нет, у меня все хорошо. Ты счастлив? Скажи, я Да, счастлив. я счастлив. Да, вот оно. Интонация счастливого человека. Слушай, ЛЗ играет против Аристео, это же интересно. Да. А я ни черта не понимаю в ЗВЗ. Тем более тебе должно быть интересно. Я, конечно, пытаюсь разобраться во всей этой, как бы это прилично назвать. Ты не поверишь, но Так, я... тоже не разбираешься в ЗВЗ. Ну, разбираюсь, но не на полную, и я не знаю ни одного зерга, кто полностью разбирается.
То есть есть десяток зергов, которые хорошо разбираются, но вот полностью никто не разбирается. Разбирай меня полностью. Именно. Хорошо, вот, будем пытаться. Например, они оба 9 овера делают, хотя уже доказали, что 10 овер и экстра дрон выгоднее. И даже ЛЗ долгое время именно его делал. Но это как тенденции моды, знаешь, больше идут. То есть это зависит не от того, там, где 3 минералы больше ты добудешь, а просто вот хочу. Как модно сейчас. А, как модно сейчас. Ой, ну я обожаю, как играет Стефана, поэтому буду экстра дрона делать. А я люблю, как Чек играет, поэтому я буду 10-го овера делать. Так, я сделал экстра дрона. Себя потише. Друзья, напишите в чате, пожалуйста. Сейчас я себя убрал. Да, экстра дроны, это, конечно... А ЛЗ всегда слишком рано выбегает дроном почему-то. На хату? Да. Ты всегда не спрашивал, там тусит. Нет. Зачем он там тусит? Нет. Ну, видимо, так надо. Как будет играть Аристео, ты в курсе? Да. И что-нибудь уникальное в его стиле? Ну, то, что он вначале халявит, а потом, ну, играет сильно на пофиг. В некоторые моменты он может потерпеть, но надеется, что не потерпит, и за счет этого потом получает преимущество. Ну, это нормально для ЗВЗ, в принципе. А Лайфзарк вполне вероятно будет вначале сильно агрессивничать. То есть Аристео дефится, а Лайфзарк агрессивничать. Это в его стиле. Ну, то есть однозначно будут бейлинги на бейлинге тут. Думать нечего. Хорошо, так проще. Ну, потому что газ продолжает собираться. Делает роучи, он определенно в минусе получается по экономике. То есть ты делаешь там 6-7 роучи, чтобы от этого всего отбиваться. На это тратишь 6-7 личинок, а роучи они медленные, пока они доползут. То есть ими надавить на соперника гораздо сложнее, чем лингами. С линги то тут, то там. А вот уже и беллинги заворачиваются, а роучи они пока доковыляют. Смотри, у ЛЗ какое-то жесткое преимущество по рабам было. Ну, уже вроде как и нету. Хотя еще плюс на 2. На больше все равно. Да, на 3. Сейчас достроится еще 2 раба, то есть будет на 2, 5. 5. На 5 уже? Да, 4. 4, 3, 2. 3, 2. Ну, бешено, короче. Тут... Ну да, видишь, у Лайзерга Беллинг Нест, а у Аристео чуть позже Беллинг Нест и Санка. Ну, там тоже Санка только да, что ну, пошла. Ну, эта Санка уже от контратак, от всяких, потому что ты когда Беллингами агрессивничаешь, ты нападаешь ими, ну, чтобы враг заказал тупо лингов, беллингов, а сам потом малыми силами обороняешься, и получается, что у тебя больше рабов. Тут очень сложно беллинги на беллинге, когда две хаты и раскачанные экономики, кого-то продавить. То есть там две квины, санка у всех. Реально сложно. Сейчас вот, видишь, ЛЗ начинает масить собак, а вот у Аристео напротив, он как бы в дефенс ушел, рабочих подстроил и... В роучи выходит. Ну, как я и говорил, в общем-то, что Аристео тут будет терпеть, а Лайфзерк стараться пушить. Ага. Ну, этим просто... Это обусловлено их стилями, такими игры. Лайфзерк всегда старается поагрессивнее сыграть, а Аристео всегда старается попассивнее сыграть. Вот и все. Понятно. И, в общем-то, сейчас Аристео, если хорошо отобьется, он будет в нереальном плюсе. Плюс 10 рабов. Не, ну он будет... Рабов будет одинаково просто. У него 10 рабов этих довольно долгое время потаскают. Ой, хорошо. Забегает. Но... Нет, 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 Лайзергушка, нет, они сейчас вылупятся. А нет, отконтролить потом... бейлингов этих двух? Что-то он не стал отконтроливать. Вот, хотя бы даже по три на... А, и вот они роучи. Слушай, а просвет-то был, окошечко-то было хорошее, можно...
было ворваться. Ну да. До появления роучи, вплоть до съедания хаты. Да, всего два беллинга было, но он не доконтролил, конечно. Сейчас, секунду, я отвечу. Хорошо, только не грубо. Алло. А, сейчас будет разбираться, я чувствую. Алло. Алло. Алло, да. Ну, Авер скоро вернется, давайте не будем подслушивать чужие разговоры. В это время я буду говорить бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, даже когда мне не будет, будет нечего сказать, как, например, сейчас, бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла, блейлинги бегут, собаки тоже бегают. Плитка перекапывается, третий, четвертый газ. И по рабам у нас 38-39. И вот он вернулся. Алло. Алло. Ну, видишь, все... Все ровненько, только у Аристева есть роучи, уже делается плюс один. Тут тоже плюс один, но нет роучи. И ну, это не так важно. Одинаково. Эти роучи, они не атакующие у Аристева, они тут никуда не пойдут. Ну, зато за эти роучи, ну, как бы ему не придется сейчас их достраивать. Он знает, что он в безопасности. Правда, Лайфзарк будет с плюс один, похоже, пушить. Или даже без плюс один. Но пушить он будет. Мне всегда страшно, когда беллинги врываются и взрывают большое количество собак. Эмоции переполняют. Ты эмо? Слушай, похоже. ЛЗ будет пушить, очевидно. Это очень правильно, потому что... А, нет, вот здесь по какому-то принципу спалил Аристео, или... А, нет, просто у него уже 46 рабов, он начинает делать роучи. И на самом деле, если бы Аристео сейчас делал закопочку, то это бы уже ему гарантировало практически победу, потому что Лайфзерг бы долго ждал еще. Ну, то есть Лайфзергу оставалось... Где-то 60 секунд до плюс 1, а закопочка делается всего 100. И если бы, ну, Аристео тупо надо было бы дотерпеть до закопочки, и все, уже ничего тут не сделаешь. Сейчас будет такая атака с бейлингами с плюс 1, когда у противника нет плюс 1. Но есть две плетки. Да, есть квины, две плетки, и плюс 1-то через 20 секунд появится. Ну, посмотрим. Какой мув был от Аристео? Куча собраться, ты имеешь в виду? Ну, кажется, все равно он здесь отобьется. Да, нет? Нет. Нет, не отобьется. И добегание собак. Хотя, нет, отобьется, смотри-ка. Смотрю-ка. Отбился, смотри-ка. Смотрю-ка, смотрю-ка. Сейчас скорость появится. Ай-яй-яй-яй-яй. Все? Это КГшенька, да. Ну, вот и как тут понять ЗВЗ? Ну вот я тебе говорю, сильно решили, ну, то небольшое преимущество в начале, что, считай, все было абсолютно одинаково, только у Аристео плюс 6 роучей было тупо. Он за счет этих 6 роучей заказал быстро лейер, потому что понял, что его уже с беллингами не напрягут. И как только у него доделался лейер, он, соответственно, уже начал массить тупо роучи, потому что у него делается скорость, делается лейер, очевидно, быстрее, чем у врага, и он сможет разводить с этими роучами потом, если что. Чуть-чуть бы пораньше пришел лайзер, все было бы шикарно. И хат, кстати, не умирает, видишь, лайзер, хотя лайзер старался. Ты же показал этот чудо-момент? Да там столько жизни было, еще ж, ну хата что. Ну да, 100 хп осталось целых. Так грызть и грызть. Да, теперь тут уже не затерпишь никак. Ну то есть, очевидно, даже если ты тут чудом отобьешься, то 3 хаты на 2 хаты уже не прикольно, ты и не отобьешься. Вот такой вот увлекательный ЗВЗ. А вывод какой? Надо было тоже делать рабов. Это вывод любой неудавшейся атаки, ты знаешь? Да. Лучше бы он не нападал, можно было еще так сказать. Зря напал. Рано напал, поздно напал. Да. Ну, мы, видя всю картину целиком, и одного, и второго, в битве финальной, ты за 10 секунд до того, как ЛЗ проиграл, ну, в этой битве, сказал, что он выиграл. Не, я не говорил, что он выиграл, я говорю, что он вроде выигрывает. Не, ты сказал, вот, продавил.
Ну, потом я сказал, а нет, не продавил. Так вопрос заключается в следующем. Как, играя, не видя второй половины? Никак. Ну, Вообще, я в такие пуши, ну, не я люблю в такие играть. пуши не играю. Нет, я играю, но довольно редко, именно потому что ты никогда не знаешь, чем это все дело кончится. Я в них играю, когда точно знаю, что соперник делает определенную вещь. Но не всегда, конечно, и получается. Ну, я не знаю просто, как тут более правильно было Лайзаргу сыграть, на самом деле, даже видя это все сверху. Ему надо было расконтролить двух бейлингов и сожрать хату нафиг. Ну да. Это было наиболее простое решение. Ну а уже в той ситуации, если он не хотел нападать, ему не надо было, мне кажется, вообще в роуче играть. Надо было быстро лейер, ну, шпиль и кучи вот этих лингов держать, чтобы третьего не делал Аристео. Ну, то есть у него рачей-то очень мало было долгое время у Аристео, он бы третью не смог поставить, а самому ставить третью, лингами это все сдерживать, потом вылететь мутой и опять не давать третью делать и уже выходить в стандарт. Лайфзарк, видимо, пошел демку смотреть. Сейчас посмотрим, что он там делает. In Battle.net Menus. Демочка, демочка. Может, консультируется с кем-нибудь? Из команды RockSkiz. Там скайп как раз мигает. Да, 10 комментов. Нет, не консультируется. Ну, просто, значит, медитирует. Когда будет продолжение стримов старых игр? Когда будет старые игры? Ну, вот каберу в героев они никак же не доиграют. Это все Женя виноват. Конечно, нет. Когда ты будешь старые игры комментировать? Да у меня еще Dead Space недопройден, половинка. Там Warcraft, самое жесткое осталось. Третий, не знаю, что-нибудь такое. Старая игра, старая. Старая. Помнишь, я вчера рекламировал штучки? Какие штучки? Маршмеллоу. А, да-да-да. Что же, теперь ты будешь рекламировать? Или тебе уже дали много маршмеллоу? Ты знаешь, настолько много, что я объелся их. И уже не хочу их рекламировать. Думаю, в этот раз... Новый спонсор давал. Лейс Макс, Максы со сметаной и луком. 100 лет не ел чипсы. Купил огромную пачку и не могу их есть. Ужас какой-то. Привет из Киева, Тони Эйс. Ждут нас на ИЕМ. Ты приедешь на ИЕМ? Ты прошел отборочный на ИЕМ? Если пройду, то приеду. А ты на первую квалификацию не прошел? Во-первых, она всего одна, и мы еще не играли за последнюю квоту. 3 ноября, да, по-моему. А, ясно. Будет розыгрыш. Я как раз Аристео проиграл. Best of 1. За уже квоту точную. Интересная такая система розыгрыша квот на крупный турнир. А это был сарказм? А чем она тебе не нравится? Ну, сингл Best of 1 за квоту как-то... Несерьезно. Только настоящие чемпионы пройдут. Ну или халявщики. Да, потому что и карты нельзя было выбирать. Так, значит, ты и ты играете на Залнаге с Протосом. Ну да, типа того. Здорово. Ну, испытания, жизнь подкидывает нам периодические испытания. Ну, в принципе, я не сильно расстроился, тем более еще есть шанс выиграть квотку. Пока что я все-таки больше ориентируюсь на DreamHack, где будет просто нереальное количество Чего? Крутых игроков, и можно будет себя испытать. Ох ты ж, ёжик. Ты готовишься, я слышал, к DreamHack'у? Ну, да. Интенсивно? Да. Ну, я только вчера решил поехать все-таки. А, только вчера было решение? Ты же квалификацию-то прошел дня 4 назад. Ну да, ну были определенные проблемы. Например, меня, соответственно, я теперь работать не буду. А, то есть вот так вот. Я буду готовиться к DreamHack'у, да.
Это важный шаг. Я решил все-таки окунуться с головой в это Yes! дело. Yes! Ура! Я знаю, что много-много народа сейчас ликует. Ребятушки, Авер тренироваться начинает. Лол! Да, давненько я это не делал. Честно Невероятно. говоря, я никогда этого не делал, по сути, в StarCraft. Серьезно, я никогда не тренировался, поэтому... А DreamHack будет как в каких числах? Напомни, пожалуйста. 24-26 ноября. А, ноября, то есть через 2,5, не, через 3 недели. Ну, через четыре Через недели. 4 недели. Да. Блин, у тебя много времени на тренировки. Прилично, да. Ну что ж, я, если что-то нужно к тренировкам, там, я не знаю, моральная поддержка, девушки какие-нибудь, обращайся, пиши. Ну, если мне Что, что, Женя, понадобится что ты говоришь? Подожди. противозапротонивание. Где найду девушек? У нас большой сайт. И много фанатов. И фанаток тоже. Массаж ног, если кто-то умеет хорошо делать. Из твоих знакомых. Тут бейлинг пуш, кстати, от Аристео жесткий. А там беллинг дефенс от И ЛЗ. Лайзерк потерпит сейчас знатно. Не успеет, думаешь? Думается, мне нет. О, уже первые беллинги начинают врезаться. Собаки без скорости. Здесь собаки со скоростью. Надо валить, отменять хату, делать плетку на мейне. Квину сразу вторую дозаказывать. Нет? Сейчас вот как этот бейлинг расконтролится. Как бейлинг ляжет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ай-яй-яй-яшеньки, нет, квину не трожь! Нормально, нормально отбивается. Хорошо. Квину теряет. Что значит нормально? Зато он потанчил ей сколько. Ну, а толку-то? Нифига. Нормально все. Нормально. Отлично, все. Могло Нормально. быть гораздо хуже. Как скажешь. Беллинги уже пошли от Лайзерли. Ну, хорошо. Расконтролил. Тут будет продолжаться, видимо, беллинг пуш, хотя что-то с газа он-то снял одного раба, ему теперь не хватает газа на жесткий беллинг пуш. Продолжают идти бейлинги. Так, минус. Ну и тут уже два бейлинга. И Да и тут не тут два, пять тут даже пять. были. Давай, нападай. Так а почему бы... А, взорвались. Ничего себе. На рампочку. Да, и вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп. Потому что тут у Аристео два овера висят. Ну да. Ой, а вот этих вот четырех нет. Всех сплэшем не заденешь. Что-то у Лазерт нервничает, похоже. Давай, Андрюша, контроль, как никогда не контролил. О, сейчас Вот, 4 три только. и саплай, кстати, взорвался. Можно пробегать. О, в одну собаку взорвался. Сейчас бейлинг. Ну, он еще яйца типа убил. Ну, Не это безобразие. яйца. Личинки, да. Коконы. Что, он хату не ставит, Ариста? У него уже давно 300 минералов скопилось. Ну, так, почти 300. Выгодно было бы хату поставить и продолжить пушить. Пусть она строится. Ну, сейчас СЛЗ-то можно уже заказывать рабочих, наверное, нет? Или рановато? Нет, еще рано. Пока он не увидит, что хату ставит Аристео, не надо заказывать вообще рабов. Надо отбиваться тупо. А, взрыв! И пробегают Пробегает. собаки. А, и там А три тут сам бейлинга на одном. нормально. Ну. Все равно Пацаночка. народу много. Пацаночка тут же. Пацаночка, это да. Оп-оп-оп-оп. Так себе. Да, И минус квина. Хотя нормально, все равно такие размены. Опа, выжила. Не добил, лол. 10 хп. Ну сейчас по ее душе, конечно, побегут, но... Еще два бейлинга, три бейлинга. И плетка куда-то не в тему побежала. Плетка грызут. Ой, там собаки вписались нормально, они там все погрызли, и собак, и бейлингов. Ой-ой-ой, забегайте, сейчас без бейлингов не отбиться здесь будет. Лайфзергу-то. Вот, нормально, сейчас под иманы надо накопить. Копил. Давай, беллингов фокусит, молодцом. Минус две Хорошо, кины. Все нормально. Минус две кины. Ну, арест... Ну, да. И пока что все... Ну, хотя нет, не очень. Может продавить Аристео. Ну, хотя там хата с квиной, а тут две хаты без квин.
Все от контроля зависит. Сошлись. Два а... молодца просто. Что-то Аристел промахнулся. Не туда побежал беллингами. Прикольно, санку отменил. Лайфзерк. Да. Она бы сдохла от следующего взрыва Бэйна. Поддерживаю. Вот теперь надо две квины на рампу и все. Отлично. Какие качели? Да. Точнее, даже не качели, а качели в равновесии. Ой-ой-ой. Ой, прорвался. Ой-ой-ой. Вот, ой, там саночки нет. Зря убрал. С беллингом бы, если побежал. Ой, взрыв хороший. Своих не сплэшит. Жалко, да? У них лимит с каждым разом все уменьшается и уменьшается, смотри. Было 27-28, да, сейчас 24-25. Ну вот сейчас нычку ставит Аристео. Уже доделалась, кстати, хата. Ну и у них по инкаму одинаково абсолютно все. Ну, зато там... Ай-яй-яй-яй, опасный момент, сейчас минус квина. Похоже, все дело плавно перетечет в макро. Ну, какой ценой? Ну да, ну, ценой усилий, но, по сути дела, никто не пострадал. Никто не в плюсе. Единственное, что... Сейчас Лайзергу надо понять, что дело переходит в макро. И перестать строить масс-масс собак. Ой, какой взрыв. Но не переставать при этом контролить. Ой, еще минус квина. Жесть. И на мейне сейчас ничего нет. Сейчас масс-рабов. Ай-яй-яй, 11 на 17. Смотри, какая печаль. И беллинг мимо собак прошел. Сейчас еще догрызут рабов. 9 на 19. Печально. Ну, это 2-0. Да, это 2-0. Аристео не зря топ-2 в ВЦГ России. Угу. Лучший после хэппи. Да. Никто не спорит. Тот, кто выигрывает, тот всегда лучше. Как можно оспорить? Да, факт свершившийся. Разница в 7 рабов, агрессия от ЛЗ такая. Показать. Видимо, для того, чтобы, да, чтобы хоть немножко заказать рабов, квин. Ну, ЛЗ ни одной квины вообще нет. А там сейчас уже вторая делается. Печально, в общем. Печально. Чуть-чуть он как-то недовыжил. По-моему, очень точное слово в данный момент. Есть еще пережил слово русское. Ну да, но он тут выживал, но... Не пережил. Не довыжил. Чуть-чуть. Ну как скажешь. Да он-то выжил. Но не довыжил слегка. Ну, в принципе, еще все возможно. Тут не такое дикое отставание, конечно. Аристео плюс один делается. Роуч варен. А ЛЗ, видимо, надо в мутку играть. Чтобы... Ну, чтобы были шансы, нужно не мирор играть какой-то, а вот именно где нужны какие-то действия, на которые может ошибиться соперник. Ну, например, сейчас добавлять газы, собирать газы, поставить плеток побольше. И, к примеру, если бы Аристео пушил с плюс один, он лайфзерк бы отбился плетками, и мутка бы вылетел и нормально похарасил. Аристео так опять пассивно играет достаточно. Поэтому тут просто тупо в макро надо играть.
отставанием в 15 лимита, конечно, но по рабам-то все одинаково примерно. Ну, так себе. Почему 38 на 40? Сейчас еще 6 достроится, удивишься. Ну да. Ну да, ну да, и плюс один там уже есть, тут даже Роуч Варина нет, тут очевидно мутка. И ОЛЗ, а все, он убрал с левого газа 4 рабочих. Да, тут мутка. Вот против того, что делает Аристел, конечно, сейчас уже мутка не покатит, потому что он разведает очень быстро, где-то у него версир по-любому. Вон, летит уже через центр карты. И увидит, что тут ничего нету. И сразу поставит яму заразителей в тот же момент, когда увидит, что ничего нету. Куда шпиль он поставил? ЛЗ специально делает Роуч Варен, наверное, на экспанде, чтобы сбить с толку. Наверное, да. Но все равно строящийся после лейера не сильно собьет с толку. И шпиль справа, смотри, чик. Ну, это прохладная история, знаешь. Ну, попытаться-то надо было. Да. Ну, суть в том, что Evolution и Roach Warren стоят только минералы, поэтому ничего страшного. А сейчас Aristeo пробьет, наверное, слева камни. Ну, хороший был бы мув. И отменить экспанд. Угу. Но он не, он просто проломит. Тут всего 5 санок. Извините. Ну еще ж собачки ему... Или просто пробежит даже мимо. Ай-яй-яй. Ну ладно. Хотя тут... Он... Нет, все равно не отобьется никак. Роуч с плюс один. Да, собака раскладывает очень быстро. Да и сам тут терпит. Да, и это 2-0. Ох уж это ЗВЗ. Ничего еще. А, мутка, кстати, заказана. Очень много мутки. Да, толку. Да, тут минус хата, и там, наверное, будет минус квина. И даже можно лейер успеть убить, мне кажется. Через атаку просто, да, с теми роучами, если. Mm-hmm. Да, успеет, он даже и так успеет. Ну, он просто сейчас тут наубивает рабов. Ой-ой-ой. И пул, наверное, минуснет. Вот он сейчас зря, конечно, тут бегает просто так. Бесцельно. И два роучи еще осталось, да, спира. О, еще прибежало. 2-0, друзья, 2-0. Aristeo выигрывает ЛЗ. Буквально одна игра отделяет убийцу Гидры, ой, Идры, от слетания в лузера. Как так? Печально. Aristeo сильнее Идры? Да, как мы видим, притом намного. То есть Aristeo вообще не заметит этого... Да, Грега. Стелл сковырнет его, как переспевший прыщ. Фу. Какая аналогия неприятная. Ну, простите. Жизнь вообще штука неприятная, как правило. Всю жизнь, считай, умираешь. Ужас же. Ты в курсе, что там с Сивом, спрашивает товарищ с никнеймом «А, кстати, да». Он в реале забил на StarCraft 2 после вчерашнего. Я видел тему. Ты ему хочешь ответить? Конечно, я думаю, что он просто вспылил. Конечно же, он вернется. Аккаунт-то уже купили. Ну, разве ты думаешь, это остановит человека, который захочет вернуться? Он не достанет, думаешь, аккаунт себе? Не купит, не достанет, не попросит. У него нету знакомых, которые играют в StarCraft. Вот к чему приводит общение с Верди.
чат стал значительно быстрее, что действительно есть какая-то заметная разница. Давайте голосование повесим в чате. Ну, сейчас все будут сугубо свое мнение. Если что-то заметили, отпишитесь, голосование есть в чате, там есть ваши любимые «Я упырь», так что... А ты что-то сделал с чатом? Ну, мы перенесли на сервер в Москве, то есть трассировочка для большинства, конечно, улучшилась, но я не думаю, что там миллисекунды эти 40-50 как-то... Чат вообще тормозил когда-то, что ли? Нет, мы его перенесли из-за того, что сервер увозим из Питера, а учитывая то, что это займет некоторое время, с чатом же нужно жить, пока переезжаем, поэтому мы его перенесли уже на новую. Что LiveZerk вообще вышел? А, нет, Watching the Replay. Правильно, правильно. Надо посмотреть, увидеть, понять. А то как-то у него матч history последняя очень печально выглядит. Видел я три последние его игры, да. Но это было вчера, кажется. Mm-hmm. Вот, у него сейчас 5 последних игр очень печально выглядят. Абвер, пожалуйста, тренируйся, пишет Билли. Мы за тебя так переживаем. Смайлики, мы всегда с тобой, смайлики. Удачи и побед, восклицательные знаки. А что значит равно 60 мин? Больше 60 мин, меньше 60 мин? Что это такое? Голосование. Я упырь победил с нереальным отрывом. Что значит чат стал быстрее, равно 60 мин? Это Дима не шарит, у меня что-то ворвался в голосование. Дмитрий. Час стал быстрее. Да, я про это же, он не услышал и решил пошутить. Перекрыв опрос. Не шутите с Мишей. Он один раз меня на полгода на Good Game забанил за то, что я неправильно цвет в игре поставил, а тут целый опрос. Не злите меня, не злите. Ну что, Талдарим? Великая макрокарта. Кто-то поправил опрос мой. Опять не ты, да, сделал, видимо. Опять, видимо, не ты, да, делал вопрос, раз упыря нет. Права нафиг все уберу. Правильно. Всем, всем, только мне дай все права. У всех можешь убирать. Я веду порядок капиталистический. Нет, коммунистический лучше, на Good Game. Крафту привет особый. По потребностям. От каждого по способностям. Так, 2-0 у нас ведет Эристео. О, сейчас чат взорвется. Да, взорвался. А что это он? Ну, потому что крафт словил. Крафт. Особый привет передаем шутнику крафту. Очень смешно. Сейчас будем все ржать. Давно пора там. Демократия на ГГ. Модераторы пишут уже все. Коммунизм на ГГ. Вот я тебе говорю, давай опрос сделаем. Кто за демократию, за стрёмную? Фу, фу, а кто за коммунизм? На ГГ. Очевидно, что народ еще помнит, как жилось в Советском Союзе. Когда на улицах стояли автоматы с газировкой. Когда бабулькам помогали переходить через дорогу. Ну и так далее. Да, было здорово. 3 ну, копейки, вообще. 5 копеек. Бублики. Да. Все было свежее, вкусно. И так далее. Даешь коммунизм. Для этого нужно всего лишь мне полные рут права админа
дать и все. Ты знаешь, что такое root-права? Ну, права root-админа. Ну, права root-админа, хорошо. Что ты будешь делать с такими root-правами? Для начала отберу у всех остальных права. То есть это как установление новой власти, да? Да. Ну, я тебя оставлю, конечно, некоторые. Не фанди. Ну, новости, чтобы добавляли просто. Ну, нет, ты там демки сможешь еще править. Окей. Стримы там делать. Дальше что? Забаню некоторых сразу. Где-то 40%. Те, кто обычно голосуют, я упырь. Дальше. Тут, кстати, беллинг пуш от Аристелла, снова, да. Зерк опять аркадно будет отбиваться. Я свое, короче, выступление закончил, поэтому... Уже все? Можно голосовать. Ну ты подготовь, кстати... За выборы нового президента. Да-да-да. Ты должен как-то электорат привлечь все-таки. Какие-нибудь громкие лозунги там. Смотри, Аристелла спрятал двух лингов. Особое внимание. На два линга спрятал. Алярм. Вот это важные линги. Линги-взрыватели. И он не стал пушить даже. Поджигатели линги. Это он как бы не стал пушить. На самом деле если он... Если ЛЗ завтыкает хоть чуть-чуть, а он может завтыкать... Собаки нашли линга. Нашли. Какая задержка у стрима? Минута, больше, чем минута, так что... Да я так стебусь, ты чё? Лайзер не стал бы смотреть. ЗВЗ это точно помешает только. Короче, я за то, чтобы на Гудгейме воцарился обверонизм. Я за то, чтобы Лайзерк 2-2 сделал счет, и решающую играли уже. Тут, кстати, опять быстро плюс один от Тристел. Хитер бобер. Ты чё замолчал? Да я прочитал, что Вова нигде нет, 360 опять. Начал проверять. И все еще проверяю. Есть 360. Врут. Нажми на кнопку play, и появится новая кнопочка. Best quality, и, соответственно, 360 можно будет выбрать. Что тут по инкаму у нас? Нормально все. Поровну все по инкаму. Все хорошо, в обоих плюс один делается. У Лайзерга только какой-то очень ранний он делается. Но не суть важно. Так что, ты согласен? Ну, подготовь это самое, при программу, чтобы... Я же должен осознанно пойти на смену режима. То есть посмотреть, что ты предлагаешь как кандидат. Я уже предложил. Но это мало. Все пойдет уже как по маслу, на самом деле. У вас баны и расстрелы пойдут по отработанной схеме. Ну, потом я назначу своих людей, соответственно. Свои люди. Все как обычно. Укрепишь вертикаль власти. Да. Ну, соответственно, конечно, прав я никому больших давать не буду, но... Угу. Определенная прослойка общества будет... Элита. Друг... Элита. Да. Ты и Настя. Нет, Насте я не доверю. Такие права, ты чё? Женщины, они вообще... Нет. Сейчас очень опасная тема. Настя рядом, кстати? Нет, она еще не пришла. Вот тут ты смелый такой, а погляди. А тут, кстати, муталиски. Быстро тема меняет вообще. Молниеносная смена темы. А от Лайфзерга пушек. При том, который прокатит. Серьезно? Ну, конечно, у Аристелла. Че, нету ни одной санки, да? Че, у Аристелла ничего нету. У Аристелла плюс один есть, ему очень странная идея. Смотри, он сделал плюс один, а сам играет мутку. Угу. Лол. Бывает. Мне кажется, что... Что? Это не очень сильная тема. Ха. У Аристелла. О, ты видел, что деревья вянут, когда слизь на них, это самое? Да, и гелёны их сжигают. Не сжигают, я понял, но прямо на моих глазах сейчас целый куст стал таким. О, я послежу за следующей елкой. Вот, например, за этой. Вон она, о, завяла! А, чудо. Блин, нифига себе, как грамотно в Близзарде все-таки. Сейчас еще одну елку покажу. Давай, ползи, родная. А, тут некуда уже ползти. Да ты смотри, там роучи спотыкаются. Да забей на роучи, тут елки нормально вянут. Да я ж адвронизм, забей на елки. ГГ, написал, Аристео вышел. Круто. Подожди, а мута же еще не вылетела. Ну да.
Но... Мута вообще у Аристео была. А, Мута у Аристео была. Так ты же сказал, Да. что Мута покарает. Чего? Я сказал, ГГ сейчас будет Аристео. Ты перепутал их. Я не... Слева был Аристео, справа Лайфзер. Я понимаю, но ты же сказал, что Мута, когда вылетит, нечем будет убивать. Я говорю, что Лайфзеркс плюс один пушит, а Аристео ни одной санки нет, нечем отбиваться. Блин, тебе сложные фразы. Говори односложно, пожалуйста. Потому что когда я смотрю на деревья, я не успеваю улавливать. ЛЗ, победа, сила. О, круто. Я хотеть есть. Ладно, 2-1 на наш счет. Пытаемся вернуться в игру. Ареста ухалявить много, плохо. Проиграть. Так, 2-1. Тебе больше нравится. Да. Игра начинать, посмотреть. Аберкомент. Давай смотреть. Чего, где голосование? Я не понял за выборы в президенты. Кстати, я не посмотрел как раз по поводу чата из-за этого троллинга. Ошибся на букву, один поправил базовое голосование, второй... Почти никто не заметил. Вот я и голосование сейчас найти не могу. Так ты на значок пальчика нажми. Пальчик, точно. Видишь, что ты уже это? Разбираешься во всем. Блин, ну, я-то к власти иду планомерно. Знакомишься с интерфейсом управления. Я потому что путем голосования многое буду решать. Когда приду к власти. Ты опасный человек. Девятый пул от Ливзерга. А там-то будет хатка. Очевидно же. Опять Аристео сложные фразы. Блин, я уже... Аристео хата 15. Лайфзерг карать 9 пул. Лайфзерг карать. Лайфзерг хорошо, Аристео плохо. Плохо. Еще когда ты упрощаешь фразы, нужно делать акцент на интонацию, потому что как бы она на базовом... Миша молчать. Абвер главный. Абвер хороший. Миша плохой. Нет, никакой ты власти не получишь, друг. Ну, Миша хороший. Лёша расстроен. Абвер лучше, но Миша хороший. Абвер, не убивать Мишу. Когда Абвер станет главный. Где непродуманный билд? Лайфзерг билд плохой. Почему? У него 6 лингов не одновременно. Угу. И еще 2 будет еще медленнее. То есть, очевидно, он не будет санкенить. И очевидно, он молодец, кстати, потому что тут не 15-я хата. Что-то как-то очень быстро Аристео убрал с газа, он еще даже не видел пула. Подозрительно. Окей. Абвер проверять. Аристео подозревать. Опа, и собаки тут выпрыгнули, смотри-ка. Оп, 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 оп. Плохо. Аристео скорость. Лайзерк нет. И по инкаму, по-моему. Да, Аристео. Плюс и в жутком. Увлекаешься, да? Ой, ну смотри, собачки-то подгрызли. Сейчас минус раб. О, вот это хорошо. Минус 2. И все. И домой. Ну, рабов одинаково, но у Аристео раньше гораздо мув. Ну, в принципе, еще можно поиграть вполне, да. Согласен. Личинок больше у Лайфзерга. Хотя у Аристео уже 300 минералов скопилось. Угу. Ну, скопилась хата, хата на хату, да. Хата скопилась, да. Ну, правда, зато Лайфзерг сейчас закажет кучу рабов. Два плюс рабы. Так чё, ты голосование уже запилил? Меня уже выбрали главным? Можно мне отнимать права и банить? Нет. Тебе нужно DreamHack выиграть. Вот если ты выиграешь DreamHack, я могу пойти на какие-нибудь... Прямо такие жесткие, жесткие подвижки.
сделать, например, тебя самым-самым главным на неделю. Ты будешь определять, что хорошо для сайта, что плохо. Там легкая эротика, реклама пива, табак. Хорошо, я запомню. Эта мотивация гораздо больше, чем 29 тысяч долларов. 29 на дримхаке? Ну да. Ну там близко к этой сумме. Там много. И там какие-то жойстики в этот раз. Все. Очень сильный состав почему-то собирается. Почему-то? А почему? Ну, просто обычно на дримхаке, ну, такой состав сильный, но не прям, чтобы все топы, а тут прям все решили. А лайвзерк с бейлингами пушит. Да, там уже роуч. 3-1, да. Очевидно. Простите все. Мой кашель. Просто мне власть не дали, поэтому я заболел. Чахну. Я узник. Мейшкеровских репрессий. Ну, можно делать лингов много-много. Попробовать продавить. Самое печальное, конечно, когда ты делаешь много-много лингов, а враг решит тебя с бейлингами продавить. Ну, то есть роучи бейлинги. И тогда получается печаль. Ну, он пытается догнать. И перегнать. Он лингов делает, он все грамотно делает. Он уже принял новое руководство партии. Он следует моей программе. Ну, смотри, так что, ребят, ну, помогите мне выиграть DreamHack, и неделю мы будем... Не знаю, что делать, но будет весело, определенно. Например, конкурс очевидно будет сразу какой-нибудь интересный. Так, и тут у нас съедают просто хату. Что это такое? Нормальная тема. Только беллингов не отдавай, не отдавай беллингов. Нет, не надо. Нет, они для дефенса тебе нужны. Ух, уводи. И убегай, все, делай много-много лингов. Много-много лингов делай. Нужно много-много лингов и заворачивать еще беллингов и отбиваться. Угу. Ты думаешь, Аристео пойдет сейчас в атаку? Я уверен в этом. Не нужны санки, нужны много-много беллингов. Много-много беллингов, чтобы все взорвать. Да ладно. А, там с плюс один будет, ой-ой-ой. Тут не линги нужны, тут именно беллинги нужны. Давай-давай, больше беллингов. А, все, газа нет. We need more bailings. More bailings is required. Тут готовы, ребята, добавить призовой фонд, если ты выиграешь. Там кто-то 1000 евро, кто-то 10 тысяч долларов. Ну, отбивается. Да хрен с два, он отбивается. Вы уже санки доделались. О, вот это да. Нет. Там хату сейчас, правда, восстановит Аристел. Ну, и пока там барабам, то, пока все, у Лайфдарга печально. Это саночки. Пиу-пиу-пиу. Перекапывается саночка. Опа, и забежали, хорошо, Собакин, там плюс один есть. Ну, сейчас саночку добавят еще. А беллингов можно не тратить. Да можно не тратить их уже, зачем? Ну, да. Пусть она сюда выбирает с красными своими тараканами. А, зря выкопался. Да, да, можно потерпеть. Но нет. Да, но нет. Нормально, отбился. Хотя, конечно, по лимиту и по рабам не очень. Очень не очень. Совсем не очень-очень. Конкурс на лучшую подпись Абвер на груди. Да нет. Ну мы, кстати, насчет девушек, я тоже зря их обидел. Безусловно, и для них будут конкурсы. Это целых 3% гудгейма. Угу. Не такие скучные, конечно, как сейчас, но будут. И турниры будут. Все будет. Вы лишь всех только 63 игрока. Стримы без лагов. Берите стримхак. Я тогда точно победю. По техпорам.
Триумфальное шествие Абвера из игровой зоны на сцену сразу. Под неудомевая. Хотя там будет много шведов, которые просто пришли покатать. Ну, знаешь, те, которые там просто в StarCraft играют. Скинутся там, пройдут отборочные. И все. А, там еще будут отборочные? Ну, на прошлых всех были отборочные. Смотри, смотри, сейчас. Опасный думаю, момент, да. Продавит. Очевидно. Выводит рабочих, беллинги не готовы. Плетка падает одна, плетка падает вторая. Рабочие умирают. И это, конечно же, 3-1 в пользу экс-чемпиона России Аристео. ЛЗ не справляется с ним. Экс-чемпиона. Или вице. Вице. Именно вице. Вице. Вот видите, кто лучше шарит, ребят? А, да, мы уже уже договорились. По чемпионству спец, да. Ну, DreamHack, DreamHack. Есть время на подготовку. Что, если что-то нужно, чтобы ты а лучше что? Готовился? То есть только топ-1 считается, да? Ну, да. Жестокий ты человек. Ну, ладно. Как скажешь. А у нас сейчас будет матч, кажется, перенесенный, No Name против Сея. А потом будет играть Стрэндж против Абвера. Да, это будет заруба. Серьезно? Ты сомневался? Ну, вообще да. То есть, есть ли у тебя шанс против молодого и дерзкого Стрэнджа, который настолько сильно демотивировал Сива, что тот забил на StarCraft? Прикинь, он тебя вот так вот хоп, и сегодня вечерком мы читаем тему. Все, я устал, я ухожу, Абвер, вот мой ключ. Пришлите денег. Ну, то есть наоборот, я дам ключ, если вы пришлете денег. Ну да. Сив-то тоже не предполагал, что так все закончится. Ты зря смеешься, потому что сегодня вечер может быть просто переломным во всей твоей карьере. Я готов, в принципе, если я проиграю, ничего страшного, я выживу. Я сделаю выводы и стану сильнее. Он, ты так проиграешь, что вывод ты сделаешь только один, что зря вообще ввязался в StarCraft. Что зря вообще этим я занимаешься. Я сделаю вывод, что Стрэндж просто талант еще нереально. И... Ну давай, продолжим мысль. А ты? А я... Ну давай. А я не очень. Опа, привет, я слышу знакомый привет. Голос. Здравствуйте. Как ты? Иди сюда. Тебе привет. От всех. Привет, и вам привет. Ой, привет. Здравствуйте. Я устала. Ой, мы тоже тут устали. На этом все. Ты ж молодец какая. Пошли. А, ты стримишь? Да нет, не обращай внимания на. Ну ладно. Говорящего на том конце Михаила. Я сейчас стримлю, а потом буду играть в Кингстон. А я тебя кормить буду? Кормить. Нет, не будешь. Живое общение на ГГ. Так. Все, давай. Я рад тебя видеть. Но не надо скандалов тут. Негатив. Надо счет поменять. Готовимся морально к следующему матчу. Готовимся, готовимся. Опачки. Сей с ноунеймом будет? Да. Это единственный матч на сегодня, который в нижней части сетки, потому что сегодня матч Хэппи Браток был перенесен на завтра по обоюдному согласию из-за отборочных. То есть Браток не будет играть? Браток не будет сегодня, завтра он будет играть. Завтра. Путаю все время. Ясно. Кто топ-1 зерк вне Кореи, спрашивает Паразит 1991. Очевидно, ему 20 лет в этом году. Очевидно, тебе виднее, потому что я... Что? Я в этом вопросе не могу быть объективен полностью. Ну ладно, кто лучший зерк вне Кореи, кроме тебя? А, ну тогда, я думаю, Стефан, определенно. Ох, ты ж ёжик. Когда раздадут призы за октябрьский сезон ставок? Хороший, кстати, вопрос, но учитывая то, что сегодня 1 ноября, еще как бы итоги не подвели. Давай после Близкон, ой, после... Тримхака подведем, если я стану главным, то я перераздам призы по-другому. Все будет честно.
Так, хочешь вебку включу? Не надо. Опачки, покажи его с себя. О, подстриженного. Все. Что такое? Да нет, вебка отключена. К сожалению. Я не успел даже скайп открыть, он не успел. Ну ладно, неважно. Ты обещал фотки.